Здравствуй. Здравствуй. Кофе? Можно? Ты не спросишь, как прошла моя встреча? А зачем спрашивать? Уверена, все прошло хорошо. Как тебе? Красиво. Где это находится? Деревушка на севере Италии. Там виноградники, есть конюшни. Можем провести там медовый месяц. Медовый месяц? А мы разве не поедем? Я думал, на месяц, не меньше. Вот. Главная местная гордость – этот источник. Красиво. А что в нем особенного? Говорят, что влюбленные, выпившие воды из этого источника, никогда потом не ревнуют друг друга на пустом месте. Ты, видимо, намекаешь на то, что я тебя ревную. Разве нет? Нет. А что, есть причина? Перестань. Вообще-то ревность – это очень примитивное чувство. Согласен. Слушаю, Мустафа. Что? Что говорит ветеринар? Я скоро буду. Нет-нет, я приеду. Что такое? Это с конюшни звонили. Шах Шахрияр заболел.